Команда Совета молодых ученых и специалистов общества «Газпром Добыча Ямбург» стала победителем интеллектуальной игры на Кубок губернатора Янао «Битва интеллектов 2021». Ямальские умники и умницы встретились в ноябрьске. 20 команд, 30 вопросов, по 10 в каждом туре. На обсуждение вопроса минута, после чего ответ, записанный торопливым почерком, уносится специально обученными девушками в красных пиджаках к ареопагу организаторов. Палитра вопросов широкая. История, этнография, литература, кино, живопись и реклама. Игру провел трехкратный обладатель «Хрустальной совы» Олесь Мухин, капитан команды элитарного телевизионного клуба «Что, где, когда». Наша команда «Виртус» стала чемпионом с результатом 22 балла, опередив на 2 балла серебряных призеров и на 6 баллов бронзовых. Рецепт успеха такой. Это сыгранность и разносторонние интересы. То есть, понятно, если соберешь 6 человек, и все они, например, увлекаются художественными искусствами, там, картины знают, то с ними будет трудно. А если там один у тебя знает чуть-чуть математику, чуть-чуть программирование, кто-то там искусством увлекается, кто-то музыкой, всегда это поможет.